когда мы впервые вышли на сцену проекта «Танцуют все», мы очень сильно хотели себя презентовать во всех красках. Эта команда – лучшие бибои России и, возможно, мира. Это, правда, не отменяет того, что им будет архитяжело в этом проекте. По сей день ни одна брейкинг-команда в нашей стране не участвовала в подобных проектах. Мы первые первооткрыватели, и это уже говорит о том, что бибои, брейкеры способны на многое. Самое главное то, что мы пробовали себя в других жанрах, в других амплуа совсем. Мощные ребята, что говорить, целеустремленные, заточенные на успех, а когда они слышат что-то критическое, они настораживаются, они так мрачнеют. Станцовано в районе стрит-данс все-таки. То есть вы не ушли стилистически. Не хочется делать клоунаду. И все равно хочется сделать то, что ты будешь делать с удовольствием. Поэтому мы делали то, что мы чувствовали. Мы в первую очередь люди. Мы чувствуем, мы боимся, иногда мы радуемся. Но есть настоящие какие-то моменты, которые мы действительно можем показать. В вашей стилистике, в брейке, мало кто высказывается на серьезную тему. То, что вы сделали сейчас, было многозначительно и в тему. Это было органично. Ни для кого не секрет, что команда Predators является чемпионами мира по брейкингу. И мы действительно завоевали почти всю планету. Для нас это важно, оставлять эту планку, чтобы ребята, которые болеют за нас, видели в нас чемпиона.